Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва автоугонщика». Итак, ребятки, сегодня мы прибыли прямо в очень дорогой и богатый район. И сегодня здесь мы спрячем по 6 тачек, потом постараемся их найти и как можно больше испытаний постараемся провести. Поэтому, Диман, погнали. Поехали. Итак, ребятки, первая машина — это у нас джип Чероки, поставила я его вот здесь. Вторая машина — это у нас такой вот как бы огромный монстр трак, и поставил я его в бассейне. Третья машина — это у нас такого Сильверадо, и поставил я его вот здесь. Четвертая машина — это у нас очень и очень дорогая Феррари, и поставил я ее таким образом. Пятая машина — это у нас очень хорошая Ламба S100, которая хорошо прыгает, и поставил я ее вот так. И, ребята, последняя машинка на сегодня — это у нас Феррари Аперто, поставил я ее вот здесь. Ребята, все машины мы спрятали, поэтому полетели искать тачки Димки. Что, ребята, все машины мы спрятали, Диман, время пошло, погнали искать тачки! У-ху! Ну что, рассказывай, да, какие сегодня ты приготовил для меня тачки. Рассказывай, Диман, рассказывай. Я приготовил для тебя красные тачки. А я приготовил для тебя сегодня лаймовые такие, знаешь, ярко-красно-лаймовые тачки. И, ну, я думаю, тебе они очень понравятся, поэтому поставил дорогие сегодня тебе машины. Поэтому, там, смотри, найдешь, как бы, кричи, потому что машины реально очень хорошие, очень дорогие. Обязательно, брат, но да-да-да, пока ничего не вижу. Ну, это, сам понимаешь, как бы временная тема, поэтому... Так, сейчас я здесь, я пробую так вот запрыгнуть. Короче, ребят, единственное, что зона такая странная, потому что здесь много... Ой, я понял. Здесь, короче, много домов. О, здорово, привет. Диман. Здорово, привет, что привет. Делаешь? О-о-о, прямо выехал на твою тачку. Ушел, прекрасно. Привет. Хорошо, это моя первая машина. О, это чит? Это чит Бугатти? Это чит... Короче, ребят, зона очень странная. Она такая, здесь много домов, поэтому будет реально сложно машины искать. Поэтому мы рассчитываем на вашу помощь, что вы в комментариях нам подскажете машины, которые мы не сможем сегодня найти. Тайм-кодики вы как бы укажете, если вдруг мы проехали около этих машин. Вот, и так, ладно, ищем тачки дальше. Первая тачка есть у меня уже, да? Так, где? Здесь я вот был уже, получается, в этом доме. Вот я еще не был здесь. Поэтому поехали сюда. А, так, у нас здесь открывающийся гараж, но здесь пусто. Что хорошо. За жесть? Объясни, пожалуйста, где твоя тачка? Слушай, ну здесь такие, да, вот здесь такие дома, которые нашел, вот... Нашел. Во, видишь, нашел. Они просто как бы, во-первых, плохо просматриваются, потому что таки это, ну, Беверли Хиллз, здесь прям миллиардеры живут, короче. Вот, и поэтому ну, что здесь... Это правда, это правда. Оу, еее, это что такое? Оу, еее. Оу, еее, это что? Оу, еее. Ага. Слушай, нифига тачка так, это что такое вообще? Что-то прям супер гоночное и какое-то реально быстрое. Такое? Я какую-то нашел, типа как гоночный болид, что ли, какой-то. А, это Red Bull, что-то такое там, помнишь? Такую ну, штуку, такое. Короче, хорошо. А, две машины есть, ребят, отличненько. Пока идем по графику, потому что прошло у нас 2 минуты. А, так, я вот здесь еще получается... А, стоп. Стоп. Я вот здесь еще не был. Я еще не был в этом доме, поэтому давайте мы здесь сейчас прокатимся, посмотрим. Так, здесь у нас тут пусто. Тут я все посмотрел. Тёть, привет. Норм. О, ребят, Джон Сина просто, вы это видели? Тупо, короче, заехал на стену, а стена отлетел и тетке прописал. Не хотел, но так получилось. Я не видел, но... ребята, тайм-кодики красивые, как бы... Красивого леща в комментариях пишите. А, так, тетя бегает. Понял, бегите. Так, у нас что-нибудь здесь есть? А ищем красные тачки, ребят, сегодня. Что-то поэтому... мне подсказывает, что что-то как-то все странно очень. Странно? Да, потому что половину всё тачек странно. Я не вижу, а проехал уже больше половины. Угу. Ну, кстати, ну, у меня всего 2, поэтому я не особо как бы ушел вперед тебя. Ты нашел, я смотрю, машинку мою одну. Так, здесь у нас пусто, ничего нет вообще. Странно, обидно, понятно, хорошо. А, ребят, едем дальше, ищем, пытаемся найти сегодня тачки, но пока что-то как-то странно. А, я думаю, что нужно прокатиться, знаешь, где и как? Я где? Думаю, что прокатиться... Так, тихо, понял, принял. А, подожди, что за принял. Херня? Что такое? Я почти все уже проехал, я не вижу твоих тачек. Ну, они есть. Это тема, потому что такая зона очень странная, понимаете? Она очень странная, и... Здесь как бы есть свои такие вот косячки в плане того, что машины очень плохо видны из-за почему своих... У тебя косячки есть?
Ну, очень плохо видно машины из-за того, что здесь, короче, ну, очень большие заборы между домами. Да, есть такое. Такое. Поэтому... Поэтому, ну, короче, ищем. Ой, это хорошо. Третий, это у нас гелик. Это у нас Брабус гелик, к тому же. Отличненько. Так, третья машина есть, везу на базу, прошло у нас уже 4 минуты. И, слушайте, гелик, какая-то штука там, Red Bull, какая-то прям нереальная там гоночная какая-то штука. Это очень дорого, ребята, это прям очень дорого. То есть, я вроде бы гелик стоит около 60 миллионов, вроде бы, да, если не ошибаюсь? Что-то такое. Наверное. Потом наверное. Еще, ребят... Надо здесь такая гоночная штука, которая может быть лямов 200-300 стоит, то и больше. Поэтому, ребята, я думаю, что я сегодня прям наварил очень хороший куш. Очень хороший куш. Так, у тебя пока одна машина, правильно я понимаю? Да, верно, правильно. Так, ну я тем временем проехал-то всего ничего, буквально пару домов я проехал на самом деле. И где я еще не был, потому что... Точнее, я не был еще очень много где. Я Но машины я... Так, ну-ка, откройте-ка забор. Открывайте-ка. Однажды на одном проекте здесь у меня был дом. Было дело однажды. Очень давно. Может, год тому назад. Было однажды дело, говоришь. Да. Только было. Косяки-то, дела какие-то у тебя. Ну так, дела и косяки, как бы это... неотъемлемые части нашей жизни туберской. Так, короче, а где здесь еще есть что-нибудь? Ничего больше не вижу. Ладненько, я думаю, что нужно ехать в другой район, потому что я так уже прокатился реально много где. И так, вот эти дома нужно все прочекать. Прошло уже 5:20. Да ладно. Прикинь. Да сколько машин-то? Две вроде бы. Две? Ну, тоже неплохо. Мне показалось, да, показалось. Так, здесь... О, да! Ламборгини Уракан. Ламборгини Уракан. Четыре машины, ребят. В принципе, неплохо. То есть прошло почти 6 минут уже. Четыре машины есть. Мне пока я все максимально знаю, устраивает. Могут быть тачки, Диман, соберись. Проехал. Соберись, Диман, в одного большого Димана. И найди, короче, тачки. Потому что пока ты как-то булки-то расслабил нашел прям совсем. Да, нашел. Да? Хорошо. Ну вот, нормально. Так, прошло у нас уже ровно 6 минут. И. Так, мне нужно найти 4 машины, где бы они могли быть. Так, здесь вроде как, я смотрел, здесь пусто было. Так, вот я хочу к Майклу еще заехать. По-любому нужно к Майклу забраться. Так, откройте заборчик, спасибо. Так, есть еще через в гараже у Майкла. Там одну тачку, да, можешь проверить. Я сейчас проверю, посмотрю. Сейчас все посмотрю, прочекаю. Так, в бассейне главное не утонуть. Говорит, что ставил, но, если честно, я ничего не вижу, поэтому... Так, снизу ничего нету, здесь ничего нигде нету, поэтому... Обидненько, странненько. А снизу здесь есть что-нибудь? Нет, ничего нету. Так, а что по... Ребят, что по зоне? Зона еще... Ага, еще снизу квартал. Получается, вот здесь, ребята, квартал еще целый, который мы не исследовали, поэтому нужно его тоже обследовать полностью вдоль и поперек. А что по времени, ребята? По времени прошло почти 7 минут уже. Точнее, вот прошло сейчас ровно 7. Да. И мне нужно найти еще две машины. Блин, где они? Где они? Где они? Где они? Так, здесь у нас пусто. Пусто. Ребята, не могу найти две машины последние. Блин, где же они могут быть? Так, здесь у нас ничего нет, серьезно? Серьезно, здесь пусто? Да, серьезно. Ладненько, поехали дальше. Так, у этого Эпсилона ничего нет, короче, как оказалось. Так, может быть, что-то здесь есть? Проблема здесь в другом, то, что... У тебя три, да, машины всего? Да я даже не знаю, куда ехать. Мне бы хотя бы еще одну найти, было бы вот реально круто, чтобы 5 было. Чтобы провести 5 испытаний. Но я что-то... Да, ребят, я ничего больше не вижу. Если бы я пропускаю машин, то в комментариях там кодики пишите. Но я не вижу, потому что просто машин-то нет. Мне кажется, ты все-таки ставил. Вставил где-то у Майкла. Просто я проглазел или что-то в таком духе. Давайте мы... Может быть внутри? Может быть в интерьере? Давайте посмотрим, ребята, интерьерчик. Сейчас мы зайдем внутрь. Так, ну-ка, Майкл. Майкл! Есть тебе машины? Не, у Майкла нет машин. Я был уверен, что ты поставил к Майклу, но нет, сейчас понимаешь, что нет здесь ничего. Где еще могут быть? Ребят, прошло, что по времени? Прошло уже 8:20 и... 8:20, говоришь? Да, прошло 8:20 и... Я не понимаю, а где? Не, конечно, это жесткий район для поисков, это я понимаю. Но... Чтобы не найти... Нашел. Что-то нашел? Четвертую тачку нашел, и это... О, Исток. Исток нашел? Да. Яматы, конечно. А, я там еще не был. Точняк, где-то Исток нашел. Блин. Сейчас прокатимся, думаю, что ту сторону. Так, здесь у нас...
Ничего не вижу твоего, к сожалению. Осталась минута, и еще, короче, вот Димал мне подкинул идею с Эпсилоном. Да, то есть здесь вот есть снизу получается еще... А, может быть здесь прям? Ну-ка, сейчас посмотрим. Нету здесь ничего. На Эпсилон. Точнее, не Эпсилон, а вот здесь вот, да, вот здесь снизу. Ну, здесь ты мою нашел, там твоей быть-то не может уже, как я думаю. И, ребят, ну, короче, печаль, потому что реально машин-то я огромная. Больше... Зона, да, она большая, и самое главное, сложная. Осталось 30 секунд, и, видимо, все. Видимо, все. Ну, я тоже ничего не нашел. Да, ребят, время остается очень мало. Здесь ты что-то нашел мое, к сожалению. Я катаюсь, конечно... А, есть одна идея. А я успею? Нет, ты не успеешь. У меня, конечно... А, ну, у меня есть идея, но это, видимо, бессмысленно, потому что здесь я был, да? Да, я был в этом доме. Я был в этом доме, а здесь есть что? Здесь пусто, ребят. Ну, я, конечно, доглядываю, но ничего не вижу вообще. Время закончилось, и, Диман, да, показывай свои две последние тачки. Где же они могли давай, быть? Давай, давай. Да ну, прямо здесь. Да. Как? А я здесь... А, высокий... Если кататься снизу, получается, то ты просто не видишь из-за забора, а я вроде бы здесь проезжал. Отсюда можно было видеть. Я проезжал здесь, прикинь, прямо так вот здесь проехал, и тупо не заметил ее. Ну, такое ребят, бывает. Тайм-кодик пишите тогда, еще одну показывай. А, в бассейне огромный монстр-трак. Как я его не нашел? А, я в этом доме-то... Подождите-ка. Ты проезжал здесь? Я же... А, не, я сюда не заезжал. Я как-то здесь так вот снаружи... А, я здесь забрал, понял машину. И подумал, что и дальше не поехал. Здесь была еще одна. А, ладненько, давайте покажу тебе свои две последние. Ну, Диман, ты как бы такой же фуфу, как и я, в бассейне. Мы с тобой не нашли по одному огромному монстр-траку, причем отсюда ее с улицы хорошо видно. Я сюда не заезжал. Я думал, это не зона. С улицы это очень... видно хорошо. Блин, чё, как? Да, надо? И еще одна какая-то, вроде бы, это нашел. А, это вроде, да? Да, вот, Диман, прыгай на меня. Вот, и эту машину тоже не нашел. Вот она стоит здесь, получается, за забором. Я нашел ее. А, тоже, да, интересненько, потому что. Ну, блин, я эту зону в конце стал проверять, потому что я думал, это вообще не зона. Короче, ребятки, нашли мы по 4 машины в плане сцен, даже не знаю. Ну, не знаю. Здесь у Димона Аперто, Сильверадо, Эсток и Чероки. У меня есть Бугатти, Уракан Перформанты, Гелик и такая гоночная штука. Ребят, не знаю, короче, вот давайте так, вы пока в комментариях пишите, а мы берем быстрые машины, и Диман, гона первое испытание. Погнали! Что, ребята, у нас, короче, испытание смертельной шашки, это у нас Исток, ой, Исток, говорю, это у нас Аперто против Ред Булла, какого-то гоночного болида, давай, Диман, отсчет. Раз, два, три, погнали! Давай, я прям днищем по асфальту еду, но, ребята, она, на самом деле, довольно-таки быстро, не знаю, быстрее ли она, чем, да, она быстрее Аперто, на самом деле. Фига ты полетел красиво. Трюки из форсажа пошли. Да, было бы прям вообще нормально. Но, слушайте, да, у меня тачка, она очень низкая, она бьется днищем обо все подряд. Но едет она реально очень быстро. Мне бы, конечно, бы как-то прямую бы поймать, что ли. Ну куда да, ты? Блин, спасибо. А, я тебе кинул под колеса. Да, ты просто тормознул меня. Извиняй, я сам как бы не хотел на самом деле врезаться. Вот, но, ребят, тачка-то прям вообще странная, очень странная. Едет она реально 300 выжимал сейчас, что... Просто тачка очень странная, но в принципе мне нравится. Так, это сейчас разворот пошел у нас уже. Как бы обогнать Аперто на шашках это сильно. Это сильно, поэтому будем стараться. Будем стараться. Так, да нет, поехали, стараться давай, ты просто врежешься и все. Не, ай, да, врезался. Слава богу. Врезался. Все, поехал дальше. А у меня машину кренит вправо. Сломал рулевой рейк? Да, наверное, рулевая пошла по бороде. Да, рулевая минус, ребята. 200 у меня. 200? Да ровно стань ты, да, во все стороны тупо колбасит ее. Короче, она быстрая, но ей, короче, тупо на драк нужно. Ее вправо тупо, вот, видите, но это вообще странно. Эх, обидненько, да, она тупо не едет, ребят. Тут кусок пластмассы какой-то просто. Короче, окей, ребят, база с Диманом, мы гоним второе испытание. Погнали. Ну что, ребятки, время для кольцевой гонки, будет интересненько. Давай, Дима, на счет. 3, 2, 1. Ну что, let's go, поехали. Сейчас посмотрим, что получится. Ого. Что? Прикольно. Давай-ка уже это, отвались. Нормально так-то пошел Чероки 260, охренеть. Не, 220 всего. Ну, достаточно сильно как бы очень для Чероки. Хорошо, здесь прям идеальный поворот. Надо было, короче, брать не Уракан на шашке, а ту штуку сюда нужно было брать. Но я подумал, давай, что она давай, поедет давай, лучше. Давай. Тайм... О, куда я? Я на тоже колеса. Ударился. И на колесах, поехали. Возвращаемся обратно. Так, мы в деле. Пиндос мне. Все, горишь? Нет, еще, но еду.
Давай, сейчас проехал ветряки. Есть, отличненько. Ты прям сзади меня, и ну ты врезался прям по самый конец. А ветряк, и, ребят, отличненько. Ну, в принципе, меня все устраивает, ребята. Это мой балл, хотя бы один, я зарабатываю. 1-1 уже по, в общем, пока балла. Мы его на третье испытание. Погнали. Ну что, ребята, у нас, короче, подъехало испытание под названием «Прыжок в длину». И поехали, Диман. Посмотрим, погнали, кто кого. Что получится, сейчас мы посмотрим. Надеюсь, сейчас я полечу очень далеко и очень хорошо, поэтому... Разгоняемся и вау. Спасибо. Понял. Попытка номер два. Я тупо улетел с рампы. Так, ну что? Я тоже плохо прыгнул. Слушай, ну как будто прям идеально полетел. Я перелетаю рублевку, ну и в принципе, да, стандартно прыгнул я. Идеально, конечно. Че, перелетаешь гору? Рикошет хороший. Ну я не перелечу ее, но рикошет хороший был. Ага, ну я просто лечу. Просто хорошо лечу. Может быть, сейчас, конечно, между деревьев, не прям ровно в дерево. Окей, ребята, балл за мной. Это 2-1, и гона последнее испытание. Погнали! Ну что, ребята, время для испытания под названием «Прыжок с горы Чили». Управляем и спуск, и... Так, давай, let's go, ребята, полетели, посмотрим, что сейчас получится, кто заработает балл, сейчас мы все, ребята, прочекаем. Пока 2-1 еще, сейчас нужно сделать, короче, 3-1, чтобы уже даже, если вдруг Диман зарабатывает балл за стоимость, то как бы все равно как бы была моя победа, поэтому нужно, ребята, сейчас тупо тащить катку. Не, братан, тут я тащу сейчас. Кому ты сейчас тащишь? Тебе! Да ладно! Что такое, ты встал? Да. А ничего там, ни камушек, супер. Там ничего нету. А как так-то я мог встать? Вот, ну, серьезно? Только я мог так встать, ребята, застрять. Ну, я даже колесами кручу, ему вообще барабана. Он ноль реакции, просто. А если как-то влево-вправо? Не, вообще ничего. Ребят, ну это просто эпик фейл. Просто эпик фейл, но я бы даже сказал. Ладненько, короче. Ты еще видишь, пока Диман спускается, ребята, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу серию. Сегодня у нас получается по общим баллам счет 2-2. И, короче, балл за стоимость тачек вы пока в комментариях пишите, кто зарабатывает. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачки и всем пока-пока. Всем пока, ребят.